Добрый вечер всем. Сегодня 28 августа 2022 года. Решила сделать обзор гортензий в нашем питомнике. Это White Lady. Вот два ряда здесь White Lady. Все посажено в 22 году из ОКС. Такие они уже мощные кусты. Тепла хватает, влаги тоже. Скайфл. Скайфл. Я смотрю, очень хорошо маркер скайфла просматривается в этом году. Вот он, скайфл. Гиацинтовые цветы. Здесь вот запылились немного около дороги. Это скайфл. Вот он цветет. Красивый. Скайфл. Его тоже не перепутаешь с остальными сортами. Очень такой яркий маркер этого сорта. А следующий сорт это... Селекшн. Селекшн очень похож на лаймлайт. Такого же лаймового цвета соцветия. Только вот эти шапки, вот эти соцветия, которые состоят из стерильных цветов практически полностью, такие же закругленные у них макушечки, как у лаймлайт, они покрупнее, чем у сорта лаймлайт соцветия. Вот четыре ряда здесь селекшн. Здесь молодые посадки самарской лидии. Они только начинают цвести. Стробери блоссом. Как я люблю эти сорта. Сейчас покажу, какие они высокие, большие вырастают. И идем к очень интересному сорту, который сейчас полностью цветет. Это Magical Candle. Вот эти купола. Красивые купола. На солнце подгорают, я смотрю. Magical Candle. Огромные шапки. Беспроигрышный вариант. Здесь маленькие растения, молодые. Но я иду к очень удивительному сорту сейчас, который мне нравится. Это Little Lime. Это все посадки сезона 2022. Мы их посадили весной. Это двухлетние саженцы были. Вот он, Little Lime. Вот он, Little Lime. Где-то уже начинает окрашиваться. Это Little Lime здесь. Little Spooky. Нужно уже менять этикетки. Bubblegum. Вот он розовыми цветами цветет. Bubblegum. И Marshmallow. Маршмеллоу все-таки выгорает на солнце. Сейчас я вижу, бледного розового цвета были. Вот бледно-розовый цвет чуть-чуть сохранился. И начинают зеленеть уже отцветшие цветы, соцветия. Bubblegum все-таки на ярком солнце он больше, дольше сохраняет свой цвет. То есть более устойчив к яркому солнцу. Bubblegum. А здесь вот Polar Bear. Polar Bear. И очень явно маркер виден. Вот на Polar Bear. То есть вот такие вот соцветия. Вот я сейчас оторву. И вот видите, как явно маркер виден у Polar Bear. Молодые еще кусты. Посадили двухлетние саженцы. То есть в этом году это будут трехлетние уже. Это все полностью будем убирать осенью. Здесь вот три ряда. Этот сорт называется Summer Love. В контейнере в крупном стояли. Я даже засомневалась. Мне издалека показалось, что они очень похожи на Skyfall. Смотрите, Summer Love. И тоже такие же вытянутые соцветия. Пришла в питомник, в поле, смотрю, нет, все-таки это Summer Love. А не скайфл. Я думала, сначала перепутали в контейнере этикетки. Вот такие стерильные цветы, которые практически друг на друга наседают, находят, скажем так. И издалека кажется, что такого гиацинтового цвета соцветия. На самом деле они очень-очень-очень плотные. Это Summer Love. Красиво будет меняться сорт. Я буду вам показывать, как это будет выглядит через месяц. В этом году меня удивил сорт Magical Sweet Summer.
Мне кажется, я его даже не замечала, не выделяла среди всех остальных сортов. Но кипельно-белый соцветие такой четкой пирамидальной формы. И самое главное, не распадается. Посмотрите, какие ровные соцветия. Их очень-очень много. Четкие, ровные, выровненные какие-то соцветия пирамидальной формы. Это Magical Sweet Summer. Он меня просто удивил в этом году. Этот сорт называется Юник. Это, наверное, даже 60% фертильных цветов и 40% только стерильных цветов. Кипельно-белые, белоснежные, стерильные цветы. И очень ароматный сорт. Мне кажется, для озеленений, вообще для тех, кто любит такие вот сорта, где много стерильных фертильных цветов, очень красивый. Самое главное, очень устойчивый к жаре. Очень было жарко в этом году. И сейчас август до 38 градусов в тени. Ожидается еще несколько дней такой жаркой погоды. Но Юник себя прекрасно чувствует. Выдерживает и жару, и мороз.